Громкий арест в Павлодаре. Задержан глава областного управления сельского хозяйства Ораз Дюдинбаев. Подробности дела пока не разглашаются. Известно только, что следствие ведет финансовая полиция. Наш корреспондент Алия Алмухамбетова целый день искала ответы и выяснила немало интересного. Алия, здравствуйте. Что известно на данный момент? Дюдинбаева задержали сотрудники финансовой полиции. Из этого следует, что вероятнее всего его арест связан с получением взятки, хотя пока это только догадки. Дюдинбаева задержали 16 ноября накануне торжественного собрания, посвященного Дню работника сельского хозяйства. На мероприятии сегодня чиновника, естественно, не было. Отсутствовал и ранее заявленный аким области Булат Бакау. По информации пресс-службы, он выехал в Астану. Его заместитель в комментариях был крайне сдержан. Нацбюро разбирается, как решит, так и будет. Расследование они ведут. А подробности вообще есть какие-то? Нет, не в курсе. Не в курсе. Банкет я как бы собираю? Не в курсе. Ага. Алия, вот были какие-то предпосылки для задержания Ураза Дюдинбаева? Возможно, скандалы в его сфере деятельности? О нем многие отзываются очень хорошо, называют профессиональным менеджером. Главой управления сельского хозяйства его назначили в начале года. До этого он работал на разных предприятиях, был заместителем акима района. Официальных сообщений о причинах задержания пока нет. Но сегодня сайт Ротель.кз сообщил о том, что этим вечером в Павлодаре должен был состояться банкет в одном из лучших ресторанов города. Оплатить торжественный ужин якобы обязали крестьян региона, которые до этого получали государственные субсидии. Каждый из них положительно должен был перевести около 1 000 000 тенге. Но опять же подчеркну, что официальных сообщений и подтверждений этой информации пока нет. Оскар? Спасибо. Алия Алмухамбетова рассказала нам подробности нового коррупционного скандала в Павлодарской области.